После просмотра парада памяти там же на площади Куйбышева можно было увидеть и тот самый парад 7 ноября 1941 года. Приобщиться к знаменательному событию жители и гости города могли через информационные стенды, видеохронику, оружие тех времен и предметы солдатского снаряжения. Экспозицию в шатре подготовили сотрудники военно-исторического музея ЦВО. Здесь у нас, конечно, в витринах представлены личные вещи наших земляков. Как правило, это труженики тыла, которые ковали победу в тылу, либо их личные вещи, документы, награды. В соседнем шатре свои находки показали представители поисковых отрядов. На стендах представили и трофеи с СВО, осколки вражеской техники и боеприпасов. Но основную часть заняли вещи времен Великой Отечественной. Волонтеры объединения «Алеша» при Ореховской сельской библиотеке бережно собирают и хранят бытовые предметы солдат, а также письма и форму своих односельчан, ушедших на фронт. Вся эта работа, я считаю, что она очень-очень нужна. Она очень важна. И для сегодняшних детей, и для их будущих детей. Потому что, к сожалению, у нас вот уже ни одного ветерана в двух селах уже нет живых. Но помнить о войне люди должны, чтобы она больше не повторялась. Участники и гости парада могли попробовать кашу из настоящей полевой кухни. Повара рассказывают, что 5000 порций раздают за считанные минуты, а вот подготовка к этому занимает не один день. Они заготавливают продукты, а также берут в аренду настоящую армейскую кухню, чтобы вкус был настоящий. Наш опыт 22 года, его трудно потерять, его только можно долгими годами заработать. Технологию надо вырабатывать, то есть мы ее выработали. Ну и уже подкрепившись, можно было вблизи рассмотреть технику времен Великой Отечественной войны, которая ранее проезжала по площади. Машины медслужбы, легендарные полуторки, бронемашины – все это было представлено на площади Куйбышева. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.